Привет всем, меня зовут Таня Волкова, я участница 21-го флай-мама-слета. Для меня очень полезно то, что я слышу здесь отзывы живых мам, у которых намного даже больше деток, чем у нас, но которые успевают жить, любить, делать самое важное и менять свое окружение к лучшему. Практически мне важно было услышать, что мне не нужно быть многозадачной, мультизадачной, но концентрироваться на самом главном. Общество требует многого. Иногда я сама себя загоняю в такие рамки, но я хочу учиться с малышами на руках, успевать, любить их, приводить свой дом в порядок, отдавать по максимуму, вкладывать, не отдавать в свою семью и в то окружение, которое у меня есть, чтобы изменять этот мир к лучшему. Спасибо за такие встречи, это полезно.